К другим темам в отношении охранника «Пятерочки», который принял ребенка за воришку и применил силу, возбудили уголовное дело. А мужчине грозит ответственность по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Напомню, 13-летний Кирилл оказался на больничной койке после того, как сходил в магазин за газировкой. На время разбирательства агрессивного сотрудника отстранили от работы. Ситуацию взяли на особый контроль в прокуратуре и лично председатель СК России Александр Бастрыкин. Следователи комитета заинтересовались еще одним инцидентом, произошедшим в одном из магазинов того же холдинга. В супермаркете на улице Челюскинцев на покупательницу рухнула стеклянная дверь холодильника. Женщина получила травму ноги. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, назначена проверка.